Салют, братень, ты на канале не карате. Бокс не карате, бокс это песня. В нем есть припевы и есть куплеты. Игра ума, достоинства и чести. Стас посвятит тебя боксерские секреты. Рад тебя приветствовать. Чемпионат мира по боксу в Ташкенте завершен. Время подводить итоги. Медальный зачет. Ну и по медалистам тоже пройдемся. Что любопытно, как мы и ожидали, противостояния самые серьезные случились в финале. Казахстан, Узбекистан, Эль-Классика, дерби, как ты любишь. Все это мы увидели и получили массу удовольствия. Но в итоге командный зачет все же забрали хозяева турнира. Узбекистан 9 медалей, 5 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Результат серьезный. Кто-то скажет, не было американцев, не было британцев, но тем не менее кубинцев-то переиграли начисто. Что говорит о высоком уровне противостояния, что не так просто все было. Ну, были бы американцы. Американцы когда забирали чемпионат? Напомни мне. Как правило, гегемония была кубинская, а тут теперь... Куба была? Была. Но Узбекистан забрали? Забрали. А на второй строчке знаешь кто? Ну, естественно, Казахстан. У Казахстана у нас что получается? У Казахстана у нас получается 4 золотых медали, 1 серебряный комплект. Итого 5 медалей. Казахи вторая строчка рейтинга. На третьей строчке россияне. 2 золота, 4 бронзы. Итого 6 медалей. И четверка. Четверка, даже в тройку не вошла, это Куба. Одна золотая медаль, 3 серебряных, 2 бронзовых, итого 6 медалей. Потом Франция, Грузия, Азербайджан, Азербайджан. Так, ну да, Грузия, 1 серебряная, 2 бронзовых, итого 3. Азербайджан, 1 серебряная, 1 бронзовая, итого 2. Потом Бразилия, серебро, бронза, 2. Монголия, серебро, бронза. Китай, 1 серебро. Ну и дальше уже по убывающей, нисходящей. Я бы еще на Армению обратил внимание, потому как всегда спрашивают. 2 бронзовых медали у нас ушло в Армению. Значит, поехали по медалистам. 48 килограмм. Санжар Ташкенбай, Казахстан. Я говорил еще в начале года, что этот парень будет чемпионом мира. 51 килограмм. Хасанбой Дусматов, Узбекистан. But he's reverted to the 3-3 minute format of IBA boxing magnificently during the course of this tournament. There's a southpaw left that scored upstairs after initial shot was short. And a southpaw backhand has deposited Bilal Benamer on the canvas. He's got back to his feet. Наконец, Хасанбой Дусматов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэлла Баркера, стал чемпионом мира. С чем я его и поздравляю. Хасанбой по красоте. Красавчик. Дальше идем. Махмуд Сабырхан, 54 килограмма. В финале Айбека Джураева перебил. Абсолютно в одну калитку, как я считаю, 5-0. Достойный показатель. 57 килограмм. Абдумалик Халаков, Узбекистан. Брат, тебя тоже поздравляю. По красоте. Как планировал, так все и случилось. Осталось Олимпиаду забрать, и тогда уже можно думать о профи-боксе. По красоте поздравляю от души. Дальше, что у нас? 60 килограмм. Эрисланди Альварес, Куба, уступил Софиане Умихе, Франции. Француз у нас медалист. 63,5. Руслан Абдуллаев, Узбекистан, уверенно переиграл Батархсухина Чинзаринга из Монголии. 67 килограмм. Дулат Бигбау проиграл Асахудше Майдинхуджаеву. Майдинхуджаеву, Узбекистан. Асахудше, тебя тоже поздравляю. Победа абсолютно заслуженная. И что хочется сказать, в каждом поединке Асахудше просто на голову выше своего оппонента смотрелся в ринге. Не было каких-то шагов назад. Только вперед и все по красоте. Асахудше, красавчик, поздравляю, чемпион мира, звучит гордо. Так, Сейджамшид Джафаров уступил Асланбеку Шамбергенову.
Я думаю, что немного, немного. Я думаю, что с весом есть определенные проблемы. 71 маловато для Джафарова. Но, тем не менее, очень достойно выступал. Серебряный медаль тоже неплохо. Асламбек Шамбергенов один из самых опытных, а мне кажется, наверное, самый опытный в сборной Казахстана. И проиграть ему не грех. Так, 75 килограмм. У нас золотая медаль. Йонелис Эрнандес, Куба. Переиграл он в Вандерлея Перейру. Абсолютно четко согласен. 80 килограмм. Нурбек Ралбай. Золото забирает. Перебил Китай. Ну и хорошо. 86 килограмм. Шарабудин Атаев, Россия. С азербайджанцем Домингесом Альфонсо боксировал. И, собственно говоря, завоевал медаль. 92 килограмма. Муслим Гаджи Магомедов. С индийцем был тяжелый бой, но еще более тяжелый бой был с Лазизбеком Улажоном. Как мне показалось, очень близкий бой и весьма-весьма занятный. Дальше, 92 килограмма, безоговорочное лидерство Бахадира Джалолова. На второй раунд кубинец Фернандо Арзола выходить отказался, побоялся. Ну и правильно. Вот таким вот образом, братюнь, поздравляю всех участников чемпионата. Парни подарили нам много незабываемых моментов. Я думаю, мы еще долго будем смотреть поединки и получать удовольствие. Потихонечку буду выкладывать наиболее острые, наиболее любопытные и горячие бои. Так что не забудь подписаться, стяг королевский лайк в первом закрепленном комментарии. Тебя ждут полезные ссылки. Ну а за сим, брат, адьюс. А то надоесть, боюсь.